возвращаемся к клетке. У нас есть неупокоенная душа. Неупокоенная душа, представься, как тебе обращаться? Кирилл. Кирилл, как давно ты живешь в этом доме? Живу уже 2 года. А почему не уходишь? Некуда уходить. Почему некуда? Светлый портал в чистилище. Дальше новую жизнь начинать. Когда ты закончишь? Кто ж мне его откроет? Портал трудно найти. Я тебе его открою. Как долго ты... Силу иметь надо. Особенно, чтобы порталы открывать. Она у нас есть, Кирилл. Как давно ты закончил свою жизнь земную? И в каком возрасте? Какая причина? Ответь мне на пару вопросов, и я тебя отпущу. Духовенством я интересовался. Переходил много. С одного монастыря в другой. Церковь бывал. Всю суть божественную познать хотел. Что-то случилось? Ары, я уже посох у меня не видишь. Водить. Ну и как смог в один момент. Слег я с лихорадкой. Так и сгорел. В каком году это было? Одна из деревень. Сколько лет назад это было? Да я припомню. Так ты был священником или монахом? Или просто ходил по монастырям и жил там? Я же говорю. Странствующий, да? Духовные практики познать решил через религиозные. Эгрегор? Не знал я тогда про эгрегор. Через религиозные структуры, монастыри, церкви. Понимаю. Приходы. Но это опыт. Бога это... познать хотел. Так был, в миру жил. Понятно. И как познал ты в монастырях, церквях? Разное видел. Хорошо. Как давно ты закончил свою земную жизнь? Это последний мой вопрос. На 90-м году-то и умер. А вот в каком году было, запамятовал. Наверное, уже давно. Кирилл, а почему ты сразу не ушел? Тебе не открылся светлый портал? Так я ж не понял, говорю, сгорел я с этой лихорадкой. Я понял. Но душа после... металась туда-сюда несколько дней. Так и не понял, что переход совершил. Понятно. Хорошо, Кирилл. У тебя сегодня, ну, я должен сказать, счастливый, наверное, день, потому что мы действительно открываем порталы. Я спрашиваю тебя, желаешь ли ты уйти в светлый портал, в чистилище? А как же не желать? Желаю, конечно, столько лет скитаюсь. Открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. Вот этот портал, Кирилл, который ты искал. Дом этот сущностями кишит, почистите его. Конечно, мы сейчас все закроем. Вот светлый твой портал, Кирилл. Благодарствую вас. Желаем всего тебе наилучшего в новой жизни. Куратор встречает всех, кто его знали и любили по ту сторону, встречает Кирилла. И правда, портал открыть смог. Сильный ты, видно, человек. Благодарствую еще раз. Во благо, Кирилл, и все наилучшие пожелания тебе в новой жизни. Душу лечить пойду. Успехов. Пошел. Закрывай, опечатывай, растворяй. Его встретили, Вера? Да. Отлично, хорошо. Вот, заблудшая душа. Итак, у нас остался демон. Демон все собрал. Пошли, демон, по квартире. Закрываем портал, и я тебе собираю негатив. Пошли. Демон в шоке немножко. Он прослушал, что ты ему говоришь. О чем в шоке? Ну, на его глазах порталы открылись, закрылись, души ушли. Ну, это наша работа.